Пара мыслей в рифму. Трудности с экологией преследуют нас повсеместно. И справедливо подумали многие, решать это надо совместно. Один из вариантов решения, вы только спрячьте ухмылки, на радость старшему поколению снова сдавать бутылки. Как в старые добрые времена, услышать можно будет опять: «Вам больше бутылочка не нужна? Позвольте тогда ее мне забрать». Естественно, это все не бесплатно. И для кого-то вполне соблазнительно, пусть небольшой, но очень приятный будет доход дополнительный. В бутылки снова напитки нальются. Пока никто вроде не возражает. Но если бутылки вдруг не сдаются, тут как на войне, их уничтожают.